24 игрока, один победитель. Правила просты. Биться до смерти. Только один останется. Воу-воу-воу. Придержи коней, ковбой. Ребят, а? Борьба — это пустая трата времени. Давайте объединимся. Все моды. Договорились. Никто не может нас остановить. Тем временем. О, Ку! Хочешь объединиться, а? Бой первый. Белуга против Перчик. IQ-тест. Сколько будет 7 плюс 7? 14. Треугольник. Белуга победил. Что? Осталось 11 игроков. Ребят, смотрите! Это... Учитель-вегетарианец. Веган? Что? Я веган, не вегетарианец. То же самое. Вообще-то нет. Диета вегана исключает все мясо и животные продукты. Мясо, домашняя птица. Никто не спрашивал. Атакуй! Бой второй. Учитель-веган против Пабло, Евгена, Лестера и Ральфа. Соревнование по поеданию. Пов Пабло. Пов вегана-учителя. Прошу прощения, можно мне миндальное молоко? Нет. Осталось 10 игроков. Я голоден. Я тоже. Подожди, что? Скитл! Подойди! Я не хочу биться с тобой! Расслабься, брат, я пришел с миром. Правда? Да. Не волнуйся, я не буду бороться с тобой. Я буду. Бой третий. Скитл против Хацкера. Рэп батл. Это Морбин Тайм, брата, это криминал. Твоей матери кота родить хорошего прям вау. Спасибо. Что? За комплимент. Оу. Йоу, это Хацкер Кэт снова в чат. Твоя мать жируха хрючит очень много снеков. Чувак, ты не можешь рифмовать жируха со снеками. Я не рифмовал. Рифмовал? Когда? Только что. Когда я спрашивал твое мнение? Рип Скитл. Осталось 9 игроков. Не может быть! Это Скитл Чан. Давайте нападем на нее следующей. Приветствую, представительница женского рода. Привет. Как проходит твой вечер? Хорошо. Давай заключим сделку, ты дашь мне свой номер, и я оставлю тебя в живых. Нет, спасибо. Стоило попробовать. Атакуй! Бой четвертый. Скитл Чан против Пабло, Евгена, Лестера и Ральфа. Соревнование по рисованию. Нарисуйте дерево. У вас есть 10 секунд. Время вышло. Скитл Чан выиграла. Ура! Как? Моды, вы должны выбрать одного на выбывание. Я знаю, это сложно, так что не торопитесь. Пабло. Пабло? Пабло. Что? Осталось 8 игроков. Осталось 8 человек, черт. Не выражайся. Что? Мам, как ты нашла меня? Я отследила твой телефон. О, круто. Давай объединимся. Ты заправил свою постель этим утром? Я забыл. Бой пятый. Белуга против Белумамы. Худшие мемы. Заставьте меня кринжевать. Удачи. Брух, я уже проиграл. Почему? Ничего, мам, просто выложу свой мем. Окей. Когда самый большой нуб берет лучшее оружие? Вау. Мой телефон попал в пчелиный улей. Теперь он сотовый телефон. Ральф, 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 вставай! Он умер от кринжа. Осталось 6 игроков. Все внимание, ночное время. Найдите место для сна. Лестер? А? Ты слышал это? Сюрприз! А! Я следовал за вами, объединимся? Конечно. Кто еще жив?
Белуга, Хацкер, я, ты, Лестер и кто-то еще. Привет. Приветствую. Вечерок, миледи. Вернулась ради меня? Мне одиноко. Хочет кто-нибудь объединиться? Я. Нет, я. Я. Бой шестой. Евген против Лестера против Волта. Кахут. Первый ответивший победит. Остальные двое умрут. Удачи. Правда или ложь? Это предложение ложно. Тем временем. Белуга. Ку. Хочешь объединиться? Конечно. Я правда голоден. Съешь это. Что это? Белу ягоды? Ок. Подожди, Хацкер, ты... Спокойной ночи, котенок. Продолжение следует. У меня в Дискорде тоже готовятся голодные игры, только проходить будут в Майнкрафте. Так что если хочешь поучаствовать, то заходи по ссылке в описании, чтобы не пропустить новостей. Мур.